всех, кто в детстве находил на речке чертиков черных, скорее всего, интересует вопрос, откуда они берутся. Так вот, отправились с семьей кататься на каяках и нашли место рождения чертиков. Такая вот травычка, и на ней появляются вот чертики. Может, конечно, из кувшинок, непонятно, тут и в кувшинке и всякие растения, но... Колючек мы таких не видели, да, поэтому вот они, чертики, на, Дося. Пожалуйста. Так, вот оно, это растение, которое плодит черных чертиков. Вот он, черный чертик, пока еще зеленый. Вот он, да. Черный чертик. Вот он, зеленый. Поднимаем растение, проверяем. Чертик, чертик, тайна чертиков открыта. Они сзади растут. Снизу, снизу растения, да? Конька, а что вы переклоняетесь? В разные стороны переклоняетесь. А чего в одну нельзя, мама? Вот они, чертики-то. А вот у этого растения, смотри, Дося, цветочек какой. Беленький. Класс? И здесь тоже есть чертики. Сейчас проверим. Чертики, 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 чертик и на чертики. Какие стали уже большие. Да. Самые-самые. А тут где-то папа улитку видел.